Увольнение за Ленинград. Питере пить, в Питере пить, в Питере-тире пить. Две проводницы из Ростова-на-Дону в форме РЖД сняли пародию на клип группы «Ленинград». За это их уволили. Причина – унижение достоинства работников железнодорожного транспорта. Девушки, кстати, утверждают, что в бутылке была вода, но ни о чем не жалеют и передают привет Шнурову. Привет Сергею Шнурову из Ростова-на-Дону. От уволенных. Давай еще раз, давай еще раз. Привет Сергею Шнурову. Из Ростова-на-Дону. От бывших проводниц. С любовью. Сергей Шнуров ответил девушкам в Инстаграм. РЖД лишились веселых, ироничных и креативных сотрудниц, а мы лишились обаятельных проводниц. Я уверен, что девчонки не пропадут.